И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. И сегодня мы будем продолжать мучиться с плотом, с долбанным плотом. Как видите, здесь дропается луч. Да, опять ночь, но уже светает. Опять шлаг, хотя шкаф пригодится. Что будем делать сегодня с плотом? Нет, тот флот достраивать не будем, не. Я сегодня проснулся с утречком, посмотрел на свою построечку, взял калькулятор в руки, посчитал и понял, что у меня максимум, что я смогу возвести на этом плоту, это стены, и возможно мне хватит на потолок. То есть я здесь даже не смогу поставить по-нормальному костер. Что типа того. Поэтому я решил, что да, мне нужно это все менять. Почему? Опять-таки же, плот у меня 5 на 5. Стена, высоту будет 4. 5 на 4, 20. 4 стены. Ну ладно, это убираем. Ну, допустим, 4 стены, это 4 по 20, это 60. Ладно, допустим, ворота занимают 8, 8, 16. 60 минус 16. Ну, допустим, это 40, да, получается, плюс потолочки. И, то есть, вверх-вниз, это опять-таки же здесь 5 на 5, это 25 плюс 25. Это уже 50, это потолок и пол. И в итоге я так посчитал. Даже просто скользом посчитать. Это... У меня даже шкаф здесь, наверное, не встанет. Вот, я понял. 5 на 5 это точно не то, что мне нужно. Сраный дождь, блин. Только светать начало, и сразу дождь пошел. Да уж. Подстава. Ну да ладно, сейчас только надо это, звук почище сделать в наушниках. В общем, подумал и решил, что не, надо, короче, страдать фигней по новой. Налутал немножечко камня, как видите, видели. А, я думал, дождь закончился. Думал, дождь в доме только. Я здесь уже сделал фундамент 4 на 4, как видите. Здесь хоть и видно фундаменты, но они... то есть можно спокойно на плот сесть. Все хорошо. Спереди или сзади... Спереди, наверное, я буду делать большие ворота. Сбоку. Вот здесь вот большие ворота поставлю. Слушайте, наверное, я двое больших ворот поставлю. Да, я двое больших ворот поставлю, чтобы можно было с одной стороны зайти, с другой стороны выйти. И здесь будет жилая зона маленькая. То есть, ну, все увидите, так сказать. Что же с этим плотом? Я его буду разбирать на камне. А именно на составляющие. Дилка все еще здесь живет, тусуется, все хорошо. О, сейчас опять лавлапница, и я качнул здоровье и качаю урон. Просто здоровье решил качнуть. Ну, там 495 было. Я решил, качну, чтобы было 500. Я потом сейчас так смотрю, думаю, надо еще качнуть один левел. Пригодится. Ну, в смысле, левел в здоровье. Не понял. Где еще? А, во, я уж думал, нифига себе, что максимально, что ли, вкачалось. Думаю, какого фига такого быть не должно быть. Вот, ну, нормально. Более или менее. Что дальше? Что дальше? Так, ну, во-первых, надо вот это все, весь лак скинуть сюда. Он мне точно не нужен. Вот, а этот камень я насобирал просто руками, пока бегал, ждал луча. Что сейчас самое первую очередь мне нужно сделать, это, конечно же, ворота. Ворота, большие каменные ворота, не бегемоты, а именно большие ворота. Так, вот это, что у меня там, дерево, камень, и, собственно, в этом-то и вся будет загвоздка. Что-то я дерево чутка не подготовил. Забыл чутка дерево подготовить, ну ладно. И стены давай сразу же. 5 стен, ну так хотя бы более или менее. Сейчас будем вызволить хоть что-то. Опять-таки же, я повторюсь, плот я решил не делать. В смысле основания не делать на запись, а решил, что лучше я это сделаю заранее. И знаете, я только на основании потратил полчаса.
сдачи основания. Кстати, морковча у меня здесь вовсю уже растет, и все хорошо. Если заглянуть вовнутрь, то все вполне очень даже неплохо. И это еще не все, кстати. Ну-ка. Яички. Вот, это еще не все. Как видите, у меня есть корм яйцо Додо, 17 штук. Да, я его сварил, все здорово. И теперь у меня уже есть корм. Так что сегодня еще, я думаю, будем птерчика томить. Я не думаю, что постройка плота займет у нас много времени. Вот, единственный косяк, вот сейчас придется мне вот так вот ее ставить. А, все нормально. Да, вот это вот. Вот это уже. Да, вот это у нас снаружи идет, вот это внутри. Вот, смотрите-ка, я уже почти что ровно ставлю сразу же. Так, вот так вот. Ставим прям в уголочек, и все будет замечательно, я надеюсь. Так, нет, стоять. Делаем вот так вот и маленько сдвигаемся. Это, честно, не обязательно. Не обязательно все это делать, но я хочу, так как мне нужно, чтобы у меня был вот без лишних косяков, потом, которые я буду видеть. Вот. А потом я его захочу переделать, и в итоге я все сломаю. Я реально могу. Это не шутка, если что, я реально могу потом начать все переделывать, я в итоге начну все ломать, и я в итоге все реально просто сломаю. Ну вот, как видите, уже все просто замечательно встает. Вот, и все вполне себе неплохо. Здесь у меня будет ангар высотой в 4, и 4 на 2 будет. Ну и высота тоже 4. А здесь у меня будет 2 на 2 на 4. 4 на 2 на 2 будет домик уже. Вот. Возможно, я здесь уже буду ставить турели. Посмотрим, посмотрим, что там, да как там. Вот. Ну, а пока что заложение фундамента прошло успешно. Ну, как фундамента. Сейчас нужно сгонять за деревом. Что-то я четко стартанул и даже не посмотрел на дерево. Кстати, я не знаю почему, но у меня иногда небо то появляется, то пропадает. Я не знаю, в чем прикол. И честно, начинает раздражать такой фигней. Вот, но бывает. Бывает. Так, что у нас дальше? Стены, дверные проемы. Где поставить дверной проем? Дверной проем. А, кстати, да, плот, как видите, я сделал 4 на 4 и увеличил. То есть, у меня сейчас в целом, 2 на 2, и в целом у меня сейчас 4 на 4. Я посчитал, что этого будет вполне достаточно. Вот, и поэтому сделал плот немного поменьше, ну и немножечко получше. Сделаем, наверное, вот так вот. Пока будет так, пускай. Вот его канаёбит конкретно. Да, пускай, что, пролазит? Ай, да ладно, я не пролазю. А вот это уже подстава. Ладненько. Не знал. Да ты прикалываешься, что ли? Блин. Ну вот. Ну, кстати, вот это я зря поставил, честно. что-то я разошелся слишком и поставил за зря. Так, значится. Так, будет он у меня стоять... Ну, так вот, пускай стоит. Вот так вот он. Вот так. Это вот так. Ну вот. Жилая зона и нежилая зона. Так. И нужно еще одну дверку поставить. Точнее, для начала состряпать, потом уже составить. Поставить. Окна ставить я не буду, так как смысла в них не вижу. Так, и все по факту. А здесь поставятся ворота.
Так что все просто замечательно. Сейчас делаем вот так, так и вот так. Все просто супер. И по факту уже можно начать, по идее, ломать всю эту постройку, дабы возвести что-то нечто лучше и больше. Только здесь надо рампу сделать. Кстати, да, как видите, я пристыковал к своему домику именно вот так, чтобы рампа была. Рампа к рампе, и я думаю, так поудобнее. Вот, ну а сейчас потихонечку медитативно начинает разрушать свой домик. Кстати, эту крышу я возводил для того, чтобы Дилка стоял под крышей. И получается, сверху не напали, а Дилка стоит у меня в режиме турели. И если что не так, то сразу же нападает. Стоит агрессивный, и здесь атакует цель. То есть этот не агрессивный, Дилка нападает, а Трайк должен напасть вслед. Что типа того. Якобы стратегический подход к этому делу всему у меня. Так, и рампа. Ну, вот так вот уже намного лучше. Кстати, немножечко изменил, как вы помните, я делал их вовнутрь, вот этими дощечками, а сделал наружу. Так как этот этаж будет подниматься до самого конца, а вот этот этаж будет подниматься только на 2. То есть стенка должна быть наружнее. Ну, так эстетичнее и красивее. Я пока что не решил, может, вообще сделаю рампы, как бы, и косой подъем будет. Может, и не буду делать, ну, как бы там будет видно. В целом, начнем с того, что здесь... Задумка постройки выглядит очень даже глупо, так как у меня все сделано, то есть спереди большой, сзади маленький и так далее. Также, возможно, я сделаю скос, то есть у меня будет вместо того, чтобы прямая крыша, будет скос. Вот, возможно, я увеличу его до конца и сделаю скос и так далее. То есть, пока что еще все в стадии разработки и заполняется пространство. Вот, ну, ворота уже стоят, это хорошо. И по факту можно уже сюда загонять свои динозавров и уже все будет хорошо. Как видите, я практически полностью все разобрал. И без лишних заморочек уже все. Ну да, опять дерева не хватает. То дерево, то камень, то дерево. Что-то, да я просто это, как бы дерево налутал нормально, а потом построил плот, а это 250 дерева и... Ну, кстати, его все равно было бы мало, но все равно как-то пошло не так. Чуть-чуть не по плану. Просто я сначала думал этот разберу. А потом думаю, а зачем? Построю новый плот, и все нормально будет. Какая разница? Вот, смотри, что. Ресурсы добываются легко, в том плане, что у меня уже металлические инструменты, так что как бы, с этим проблем нету. А может я и с двух сторон сделаю скос? Ну, кстати, сейчас посмотрю. А может и подъем сделаю. Если вот здесь встанут эти... перекладина, то есть потолок, крыша, тогда, то есть, ну, вот здесь вот получается, тогда я выше делать не буду. Если в не встану, тогда придется делать скос, если получится, опять же, если не будет мешать ворота. Вот, ну, а на данном этапе мне нужно доразрушать все до конца. Доразрушить, я бы даже так сказал. И все-таки как-то непонятно, как эта крыша вообще работает. Даже так, непонятно смысл от этой крыши. Если фона не может встать с краю. Короче, немножечко пошло не так. И еще, да, как я и думал, здесь поставить нельзя. Мешает ворота. Вот, даже если открыть... Оу! А если так, то уже нормально. Интересно. Интересно. Ну-ка. Давай посмотрим. Если в так канает, то вообще все. Очень здорово. Это просто очень здорово. Только думаю, что ворот надо наружу будет, чтобы открыто.
Вот, и еще я здесь, как видите, по-разному поставил ворота. Если что, это оказалась внутренняя сторона, а та наружная. Да, и возможно именно из-за этого все так и получается. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. По ходу дела придется мне переделывать эти. Так, надо вот это вот поставить и вот так вот сломать. Потому что она мне нафиг не нужна. Переделывать ворота, по ходу дела, придется и ставить на другую сторону. То есть, по простому говоря, вот эта вот наружная сторона. Блин. Ну, без казусов я не могу ничего делать. Вот, поэтому как бы так, вот. Вот, ну а сейчас, я думаю, затащу динозавриков. Кстати, если сломать двое ворот, то есть они дают ровно по 50% ресурсов как надо, и можно состряпать новые ворота. К примеру, если сломать фундаменты, то вроде не дают 50%, если сломать два фундамента, то не получится. Или стенок две, или перекрытие. Ну, в общем, если что-то два сломать, то одно не получится. Единички какого-то ресурса хватать не будет. Вот такие вот дела. Так, ну а тебя, поведение, отключить режим турели. Я сейчас заметил, а освещение состоит, вот все вот это вот, видите, подводное освещение состоит из ромбиков. Прикиньте, вот если сейчас посмотреть, вот эту точку светящуюся, там сверкают ромбики. Если увеличить немножечко, будут опять-таки же ромбики, только маленькие ромбики. Да, вот он тебе загадочный Текмир. Такие вот дела. Ну а я этот ворот переделываю. Конченый кусок говна, проститутки и твари. Я этот сраный ворот уже третий раз устанавливаю. Ставлю вот этим дерьмом наружу. А он мне ставит как? Ну вы сами видите, он мне ставит именно так, как он ее ставит. Дерьма кусок. Он меня бесит. Эта сраная игра меня реально бесит тем, что... Я не хочу, короче, так ставить. Давай, короче, поставим так. И мне пофигу, что ты хочешь. Я хочу поставить так. Сраные, убогая, дебильная игра. По-другому я это говно назвать не могу. Я реально, я уже это третье ворота поставил. Но ставятся они именно только так. Так как игра говорит, нет, я не хочу, блядь, ставить это именно так, как ты хочешь. Я хочу ставить так, как я хочу. Мне вообще пофигу на то, что ты хочешь. Я хочу ставить именно так. Это просто габздюнь. Так, заберем пока трайка сюда. Эпс. Там мордасой торчишь наружу. Так, еще чуть-чуть. Вот так вот он. Вот. Просто почему на 4 фундамента, чтобы у него хвост не торчал? Он зараза на 4 фундамента торчит. Точнее, он сам. Просто. Общая длина его, то есть вот от рогов до хвоста, до кончика хвоста, 4 фундамента. Ну, 3,5. Это кошмар какой-то. Так. Безумай. Бейс-3. А, что, я тебя опять что ли? Нет, не включал. Думаю, опять режим турели включил. Стоять. Экс. Нет, стоять. Сюда. И надо тебя вот сюда завести. А, вот а теперь стоять. Теперь поведение. Включить режим турели. Отличненько. Просто когда режим турели, он не двигается. Ну, вообще никак не двигается. Да уж, теперь надо все это перенести. Туда. И все будет хорошо. И опять жрать хочу. Ну просто кошмар какой-то. Благо, я тут ягодки понасобирал очень большое количество. И все просто замечательно. Выносливость 500. То, что нужно. Все, больше выносливость качать не буду. Буду качать немножечко здоровья, немножечко урона. Так. Да. Наверное, как-то так. Вы знаете, включил так музычку и легче на душе стало. В общем, нарубил немного дров, и на том хорошо. Ну как немного. По факту это много, но для строительства это очень мало. Да, поэтому как бы сейчас будем снова пробовать. Уууу, трифтинг, блин. Я меня тут штормит. Да, конечно, на потах очень тяжело выруливать.
без практики. Без должной практики, я бы даже так сказал. Вот, ну, более или менее хотя бы. Ничего такое не достаю. Да ты прикалываешься, что ли? Сраное говно. Так. И оп. Отлично. Ну, сейчас будем пробовать. Фу, ну давайте на записи попробуем. Может, на записи проканает. И встанет он как надо. Вот. Вот так каждый раз ставил, как видите, вот это вот дугой вовнутрь. Прямой поверхностью, прямой стороной наружу и... Опаньки! Прикол, да? Супостатка. Я не понимаю, что ей надо. А по-другому у меня крыша не поставится. Точнее, перекрытие. Хоть одни только ворота ставь. Ну и не ставятся они в эту сторону вообще никак. Не ставится, я уже столько камня потратил. Я не смог всю базу уже застроить, сколько я камня потратил. Камни, дерево, солома. Может реально одним ворота поставить. Здесь это все нафиг настроить. Ну все в баню. Я уже не могу. Я начну все в баню. Оставлю одни ворота. И одних ворот хватит. Ну и нафиг. Перфекционизм это долбанный. Ой, дурдом. Ну ладно. Не, реально, музычка тащит, музычка прям успокаивает, и ты прям понимаешь, что да, не все так плохо, да-да-да, все хорошо. Самое главное улыбаться. Ох, улыбаемся и машем, как говорится. Все, застраиваем все это. Нафиг. Самое главное, это то, что уже я понял. Что не надо строить в 4 этажа, в 3 достаточно, а это значит элементов уже меньше, то есть 4, 2, 4, это 10 фундаментов, на 10 элементов меньше, а это уже довольно-таки чувствуется, если что-то пошло. Закройся. Так, что у нас тут дальше? Стеночки. Не хватило одной. Прикиньте, одной не хватило. Так, теперь мне нужно это, без вариантов надо разрушать, чтобы вот это вот убрать. Отлично. Эй, я прыгаю. Я прыгать не могу. Да что такое? Так. Я пытаюсь, ладно. Придется немножечко трека перебазировать. Оп. Разрушить. Оп. Разрушить. Отличненько. Конечно, я не хотел его так сдвигать и так далее, но ладно. Что поделать? Еще поделить. Я просто придется дальше двигать. Но здесь дилка стоит. Немножечко мешает, но в целом все неплохо. Вы слишком перегружены. Слишком тяжело. Так. Что у нас дальше? Перекрытие. Каменные перекрытия. Вот так. Все вполне неплохо пока что. И... Чпаньк. Гараж готов. Отличненько. Просто великолепно, вы не поверите, это просто какой-то кайф, когда ты понимаешь, что ты сделал то, что нужно. Так, а что у нас здесь осталось? Ух ты, нифига, тут у меня еще ресурсов сколько. Вот это нифига себе. Вот это поворот! Так, что мне нужно еще? Мне нужно стенок. Много стенок, больше стенок. Нужно больше стенок. Но мне еще две стенки не хватит. А может их надо здесь 8? Вот, у меня их строится 6. Вот, сюда еще не хватает. Но это все фигня. Здесь у меня должно немножечко камня хватить. О, да, это то, что нужно. Раз и два. Оу, Слушайте, если я не строю
там верхний этаж, я же могу туда построить здесь верхний этаж. А, кстати, сразу отвечу на вопрос, почему же я не здесь сделал, то есть вот это задние ворота, большие ворота не сзади. Потому что я буду вылазить, и здесь будет динозавр мешаться, я всегда буду в него врезаться, и все в таком духе. То есть, неудобно. Я лучше на альте покатаюсь, переехал, так, чуть-чуть повернулся, так, и на альте лучше покатаюсь. Зато это будет немножечко поудобнее, и я буду находиться всегда сразу же в доме. Да, как-то так вот. Вот как-то так вот. Закройся. Да, что-то по ходу дела в игре изменили. Смотрите. Нельзя разместить каменное перекрытие. На этой платформе уже слишком много построек. Я посчитал, всего 78. 78! Ничего понять не могу. Так, давайте посчитаем. 3 на 4, это 12. Но здесь и здесь еще по двери, то есть это 13. 13 умножаем на 2. Плюс та сторона идет 12. Плюс здесь у нас 6. И здесь 6, также 12. Плюс здесь с этой стороны 6. И плюс ворота 2. Плюс пол 16. И плюс 4 потолка. 78. Не 88, походу дела. Может, после введения моторной лодки они изменили, но теперь не 88, а 78. А, это уже меняет дело. Это значит, мне надо вот это все сносить. И, возможно, даже делать в один этаж. Ну, в общем, сейчас буду переделывать. Нифига себе, 78, народ, запомните, 78 элементов на плато. А, стоп, 78, 79. 79, а, стоп, 79, 80. 80. А здесь у меня есть? Нету. 80 элементов, не 88. 80 элементов, они сделали 80 элементов, запомните, 80. Я просто забыл про шкаф. Это 79-й. И рампа здесь у меня стоит. Это 80-й элемент. 80 элементов. Так что, народ, запомните. Здесь у меня все одинарные фундаменты. Здесь все по одинарному стоит. 80 элементов. Да уж, это не так уж и много. Вот этой самой восьмерочки не хватает. Сейчас бы здесь 4 сделал. И, ну, все равно как-то я с размахом взял. Но все равно. Ладно, что-нибудь придумаем. Хе, куда деваться. Тут виверна летает. И этот человек, если что, на виверне. Ой, блинский, ну-ка, что там? Асцендеди. Ну, в общем, меня он не пытался убить, и на том уже хорошо. Я очень рассчитываю на то, что он меня все-таки не убьет. Лесок, что ли, рубит? Вот, а я тут, на этой, на аттракционах, короче. Ёпрасоты, сдвинулся, блин. Да. Так вот. И стою, короче, главное, вот так махаю, короче, ну, экспериментирую и это махаю, короче, и тут бах, виверна пролетает. Но я думаю, все равно так уже пора запись включать, так что такие вот дела. Достроил я свой сраный плот. Это просто кошмар какой-то. Кстати, да, люк поставил наверх. Благодаря нему я сэкономил чуть-чуть. То есть, по факту, он занимает 4 позиции, но. Две структуры. Благодаря этому я смог поставить сюда люк и сюда лестницу. В общем, короче, экономия на экономии. Кстати, пришлось здесь скос делать, так как мне это сэкономило 4. Да, то есть мне стенку и крышу и 2, то есть 4 стены и 4 крыши. А по факту одна только 4 скоса. Пришлось экономить. Экономия на экономии, как говорится, но что поделать. Вот. Что дальше? Возможно, еще что-то сделаю. Возможно, еще как-то сэкономлю, но вряд ли что получится. Так как сэкономить можно было бы здесь, но вряд ли что получится. Если только люк переместить сюда, и тогда уже я смогу здесь сделать скос в бок. Да. В общем, хоть как-то, хоть что-то.
Вот, внутри у меня по-прежнему ни черташеньки. Вот, возможно, залази давай, ешкин кот тебя. Возможно, я сделаю вот здесь, то уберу вот эти вот стеночки. Возможно, я вообще уберу вот это вот разграничение, кажется, гараж не гараж. Вот, чтобы хоть как-то, хоть что-то смочь поставить. И все в таком духе. Но 80 это очень крайне мало. Кое-как в два этажа что-то состряпал. И по факту, конечно, можно сейчас вообще на этаж ниже спустить. Как бы есть возможность. Возможно, я так и сделаю. Но пока что именно так пускай будет. И, конечно же, мне, можно так сказать, очень сильно повезло. А, кстати, подъем здесь такой дебильный, просто жуть. Оп. Кстати, да, если через Alt нажимать, то он быстрее залазит почему-то. Ну, иногда не канает, конечно, но все же. Конечно, то, что здесь чувак на виверне пролетел, это просто ад какой-то и очково. Очково было прям конкретно. Вот. Ну, в целом, все неплохо. Я стою, я скалолаз. О, выше поднялся. В общем, как видите, все вполне неплохо. Но все очень настолько компактно, что как тот домик, ничего не получится. Это чисто гараж для динозавров. Ничего более. Возможно, если получится снести вот этот этаж и построить, то есть у меня по факту я сэкономлю раз, два, три, четыре, четыре, 10 элементов. Я сэкономлю. А это уже довольно-таки неплохо. Даже 11. Еще лесенки не будет. Это будет вполне очень даже здорово. И если так проканает, то будет очень даже неплохо. Посмотрим. Но для начала мне нужно добыть ресурсы. Да, я хотел сделать, притомить птерчика в этой серии. Но что там у меня уже выпуск длится. 32 минуты выпуск длится. И да, я вообще думал, вот, потрачу максимум час на этот домик. И все нормально. Я уже до его строю, только этот плот строю 2 часа. Не, 2,5, там добыча ресурсов и так далее, все это время отнимало. Поэтому такие вот дела. А еще сколько я переделал, если бы я бы не вот эти вот ворота двойные бы не делал изначально, я бы уже давно бы все построил. Я сколько с ними мучился и так далее. Но в целом идея с люком оказалась вполне неплохой. Для чего люк? Ну, я все-таки птера сюда буду загружать, а с ним легче. И почему именно туда? Потому что там, видите, вот хвост, там места побольше. Вот. Уменьшить. Я уменьшу, то есть вот эти вот стенки уберу и так далее, чисто из-за того, чтобы можно было хоть как-то, допустим, сюда уже птерчика завести. Шкаф, допустим, я уберу куда-нибудь в другой угол и так далее. Вот. Может, сюда встанет. Может, печку сюда поставлю или печку сюда поставлю и так далее. То есть места будет побольше, элементов поменьше. Даже получается у меня что? Я там... О, если я уберу крышу, это 12 элементов. Если я уберу здесь 4-5 элементов, 11 элементов крыша уменьшится, и здесь 5 элементов, то есть 1, 2, 3, 4, 5 элементов с той стороны я также оставлю, то будет все вполне неплохо. Это сколько? 16 элементов, да, я смогу здесь также поставить грядки и так далее, то есть я смогу весь тот дом принести сюда. То есть без проблем. Но смотрите, в чем огроменный плюс. Когда почему нужно по максимуму забивать? Если вы по максимуму забьете, то не получится зародить сишками. А вот в этом-то и весь прикол. То есть по факту, когда не знаю, может это и пофиксили, но суть в том, что когда максимальное количество этих идет структур, то сишки они просто-напросто не ставятся. Вот такие вот там дела и приколюхи. Оп, не получается. Оп, ну не получается. Ну да и бог с ним. Вот, в общем, вот такой вот плот. Вот такой вот плот у меня получился. Плот базы для динозавров. Как видите, я могу в него спокойно сесть, могу спокойно плыть. Такой маленький домик. По факту это домик получился. Маленький домик, который можно построить на суше без лишних заморочек. И все будет хорошо. Но он у меня на воде стоит. И, конечно, вот это, по сути, перед должен быть. А у меня вот так вот перед. Да, да, надо. Ну,
как сделал, так сделал. Ну или хотя бы вот это вот так вот, чтобы был перед, вот это был зад. Но у меня все с точностью наоборот. Опять-таки же я уже повторюсь, из-за чего? Из-за того, что если я вот так встаю здесь, и говорится, жопа трайка мне мешает, и все, я ничего сдвинуться не могу. Все, в ближайшее время я хочу сделать, притомить Тиранодона, потому что это очень будет полезно для меня. В том плане, что летун, и он мне очень сильно поможет. Хочу томить большого левела, так как толку от него будет немало. Все-таки 600 сделаю хп. Толку будет немало, а притомить я могу, потому что у меня киблов есть 17, а на максимальный левел нужен 12, или что-то типа того. Ну, у меня даже 15. Короче, моих 17 у меня будет достаточно, и это уже здорово. Почему большой левел? У него будет вес больше, дамаг больше, выносливость больше. Возможно, мне уже чего-то качать нужно будет меньше. Вот. Так как скорость больше отсутствует в летунах, поэтому как бы такие вот дела. Вот. Но это уже будет потом. Потом, потом, потом. Все. Ну а на сегодня уже точно все, поэтому не забывайте подписываться на каналчик. Вот так. Во. Ну вот, на сегодня уже точно все, поэтому всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну, конечно же, делиться моими видео с своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо. Оп. Вот это вот. Всем счастливые, что там, добра, бобра и счастья, короче, все, всем пока, я уже запутался, все, пока.